Сегодня в Якутске перекресток улиц Ленина и Октябрьской оказался перекрыт автомашинами экстренных служб. Как выяснилось, это проходили пожарно-тактические учения в здании Национальной библиотеки. Виталий Абрамов продолжит с места событий. По легенде учения, очаг возгорания начался в Святая Святых библиотеки, а именно в книгохранилище, где хранятся рукописи 17 века. Считанные минуты после поступления сигнала первые пожарные расчеты уже на месте. Бойцы газодымозащитной службы подбираются к огню с трех сторон. Параллельно идет обследование здания на предмет оставшихся людей и эвакуация культурного наследия. То, что эвакуировались наши материальные ценности, это вообще четко, классно, что ребята сработали. Да. Я их спрятал маленько, как говорится. Ребята дошли его и эвакуировали. Все пять ящиков моих. Из-за быстрого распространения огня и его выхода на кровлю штаб принимает решение использовать коленчатый подъемник. Вскоре условный пожар удается локализовать, а еще через время и вовсе ликвидировать. Огонь успел распространиться на 140 квадратных метров. Было задействовано порядка 15 единиц техники специальной и основной, а также личного состава порядка 50 человек. С эвакуацией личным составом, личный состав гарнизона справился, учения оцениваем на хорошо. При проведении таких пожарно-тактических учений изучается характеристика объекта, размеры здания, планировка, состояние источников противопожарного водоснабжения, а также состояние подъездных путей, чтобы при реальной опасности работать более слаженно. Виталий Абрамов, НВК Саха, Якутск.